Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с Браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех. Беди, ценный дроид. Кажется, ты и правда ему нравишься. Кордова, наверное, очень любил дроидов, раз решил оставить такую важную информацию у BD-1. Я полагаю, он выбрал BD-1, потому что искал возможность хранить закодированные данные. Такой дроид-исследователь – подходящий инструмент. Но я уверена, что он непростой дроид. Пожалуйста, я пытаюсь собраться с мыслями. Осторожно, беги. Вид у них недобрый. Кэл, ты меня слышишь? Имперцы, они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Не двигается.
Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Еще снимай. Вот так. Да. Что, можно и больше? Спасибо, Биди. Вернись сюда. Что там, Биди-1?
Ну, началось. Это что-то полезное? Хорошо. Вернись сюда. Ты нашел что-нибудь, BD-1? Стим, BD-1. Все ложь. Империи просто нужна была эта земля.
Погодите, я отвлеку их. Астар, нет! Давай! Я не хочу умирать здесь! Не стоило приходить сюда!
Кажется, у нас проблема. Что нашел? Я жрать хочу! Нарушитель! Это не потери! Стим, сюда! Похоже, это один из Зефа. Значит, мы на верном пути, а? Беди. Надо прикончить его! Бей по врага! Так точно! Внимание! Сосредоточить огонь! Просканируешь? Ладно, я гляну. Мой друг, с тех пор, как я покинул Бога, но я узнал о Зефо больше, чем надеялся.
Сюда, нарушитель! Вернись сюда. Отлично у нас получилось. Надеюсь, ты не пострадал. На что уставился? Ты с кем разговариваешь? Да с моим кораблем. Богомолом. Хорошее имя, да? Внушает страх. Ой, да что ты понимаешь? Ты, наверное, и кораблем-то не управлял. Может, однажды я тебя научу, когда закончишь с джедайскими штучками. Даже скидку сделаю. Быть в бегах опасно. Мне ли не знать? Ты потерял кого-то? Его звали Прауф. Он отдал жизнь за меня. Видимо, он был смелым и сильным. Ха, прям как я. Он был сильным. Он приглядывал за мной с первых же дней на браке. Не жаловался. Никогда не жаловался? На такой-то свалке? Просто надеюсь, что он погиб не напрасно. Никогда не напрасно, парень. Никогда. Отличная посадка, Грис. Ты мне?
А, да, раз плюнуть. Это легко для опытного пилота вроде меня. Особенно на корабле вроде этого. Такое не стыдно украсть. Не, я не украл. Я его купил. Ну, как бы, почти. Небольшой долг. Ну, то есть, большой. Ой, да ладно, все в порядке. У тебя там джедайских дел нет? Двигай, парень. Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Нужна помощь. Дай костюм. Было близко. Стоять! Тебя не должно здесь быть!
противник! Я пока не готов. Я не смогу тебя одолеть! Я смогу! Отдых окончен! Вот так! Я не могу. Базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Можешь мне помочь. Спасибо тебе. Эй, Биди. Все хорошо, Биди один? Приятно слышать. Житель был ранен, но он убил штурмовика. Беги нашу Сиену. Thank you.
Попался! Твоя защита хороша! А? Выручай меня, беги один! Подкинь мне стим, Бедягин. Эй, Биди. Я так, проверить. Ты там в порядке, Биди один? Биди. Просто проверяю, здесь ли ты.
Скорее бы они выросли. Ну, началось. Что нашлось? Нужна помощь. Иди. Просто проверяю, здесь ли ты. А, зачем мы все еще торчим здесь? На этой планете ничего нет. Может, есть какие-то артефакты или что-то в этом роде? Мы же ведем раскоп. Мы выполнили волю Императора и заняли планету Зефа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта Бур. Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Тем временем все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков. Yes.
Джедай здесь! Не подходи! Я тебя достану! Погоди. Что там было? Снова сканируешь? Отлично. Быстро. Понял. Спасибо. Сюда. Что там, BD-1? Эй, BD-1! Признателен.
Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Любопытно. Мы на верном пути. Мне не пройти. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не протився. Позволь. Обострить твои инстинкты. Хорошо, я постараюсь. Нужна помощь, беди один. Они такие милые.
Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Ты это видел? Ох. Спасибо. Слышится мелодичный перезвон и что-то еще. Голоса? Из прошлого?
Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Эй, Биди. Я так, проверить.
хочешь? Световой меч решает не все проблемы. Впервые такое вижу. Мне нужна помощь! Нужен Стим! На помощь! Стим! Беди один. Спасибо, что помог. Что это? Ты там в порядке, Беди-1? Берись. Джедаи не ищут агрессии, мы противостоим ей.
Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну, попробуй еще. Отни шар, пока он не докатился до тебя. Пробуй еще. Хорошо, продолжай. Быстрее, заверши испытание. Кто стоит на пути, становится путем. Получилось. Мой друг, взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево Врошерска Шиика. Пора обратиться к старому другу. Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Иди сюда, Беди-1.